В 2011 году у компании ТВС «Агротехника» стояла задача по поводу строительства дилерского центра в Саратовской области. Это одно из первых зданий «Астрон», которое мы поставили на территорию нашего региона. Это здание реализовывалось по согласованию с руководством John Deere, то есть под полным контролем. Они искали себе надежного партнера, поэтому в первую очередь они рассматривали нас. Комплекс состоит из трех частей. Зона шоурума, в которой мы сейчас находимся, офисная часть, складская часть и сервисная зона, где идет постгарантийное обслуживание и ремонт проданной сельскохозяйственной техники. Здесь применена однослойная кровельная система, которая полностью соответствовала требованиям заказчика и подходила по его внутренней технологии. Как результат, даже однослойная кровельная система «Астрон» при грамотном монтаже ведет себя хорошо. В здании присутствовал зенитный фонарь в офисной части, который за столь длительный период эксплуатации не выявил никаких протечек. Порядка 30% в здании применено остекление. При проектировании мы учли все узлы совместно со «Астрон». Здание у себя ведет хорошо. Уже около 12 лет никаких моментов от заказчика не прозвучало. В этом проекте ощутили ту поддержку «Астрон», которая предлагается по истечению длительного времени. Мы видим, что подход к бизнесу «Астрон» он не изменился, стал только лучше. Здание эксплуатируется с 2012 года, нареканий у заказчика нет, и, скорее всего, это повлияло на покупку второго объекта.